О, да. Ты, Боб! Ты, Боб! Я знаю все, что происходит. Я вижу каждую собаку, каждого малыша. Я такой, поехали. Вдребезги, огненная стрела. Мурадон теперь крут. Такой наглый хуило. Звук как бы потише. Просто для протокола. Я собирался попробовать использовать на них уход за животными. Это 35 очков урона холодом каждому из вас. Погоди, еще раз, что? Что там? 35 очков урона холодом. У тебя 0 хитов, ты не мертв, но ты делаешь спас-броски против смерти. Давай, детка. У меня будет 20, Серьезно, 20? Ты больше не Боб! Он не готов умирать! Ты снова Боб! Да, я Боб, да. Проклятие все еще на тебе. Боюсь, оно не передалось. Определенно, нет, определенно. Эй, добро пожаловать обратно в мир живых! Спасибо, приятно наконец вернуться. Да. Значит, у меня теперь 2 хита. Что происходит? Огромное существо приближается к тебе, и ты парализован. Йети подбегает, чтобы на тебя напасть. Ты думаешь... о, ужасное положение. О, нехорошо. А потом весь холод, весь безумный урон холодом буквально высасывает тепло из твоего тела. Просто заставляет тебя отключиться. И когда ты вырубаешься, ты слышишь женский голос, который говорит: «Не сейчас». И ты приходишь в себя. Мы это тоже слышим? Нет. Ты приходишь в себя с одним хитом. Я кричу: «Кто эта женщина?» Ты это не слышал. Это был личный звонок. Ты на самом деле сказал. Ты это вслух произнес. Это был личный звонок. Итак, улыбака. Самое веселое в спас-бросках от смерти то, что они происходят в начале твоего хода. Так что ты фактически просыпаешься в начале своего хода с одним хитпоинтом. Ты можешь нормально действовать свой ход, однако ты парализован, поэтому в твой ход ничего не происходит. Но ты можешь повторить спас-бросок на телосложение. Бросай, думаю, если ты бросишь 20, тебе это поможет. Мне снова выпадет 20, да? А, нет, 10. Значит, 9. Нет, ты все еще парализован. Она типа, кем бы ни была эта женщина, она тебя вернула и... Она такая, не сейчас, но скоро. Но скоро. Увидимся. Теперь очередь собак. В свой ход они используют свои действия для рывка. Они бегут мимо этого пламени, которое... Иди ты сюда! Начинает распространяться. Сюда идите! Пробегают мимо. Они как бы лапой перекусывают. Все собаки забегают внутрь, вам удалось спасти 5 из них, 5 из... Но это неплохо, я думал, что к тому моменту, как мы разберемся, они все будут мертвы. 5 из них, с которыми вы отправились в путь. Я думаю, тебе стоит пролететь мышью остаток пути. Я думаю, наверное, всех нас не убьют, так что... Надеюсь, один из нас умрет. Йети боятся огня. Посол нахуй, приятель. Хорошо, у него будет помеха при атаке, но у него будет преимущество из-за паралича, так что это отменяется, и это промах. Этот Йети промахнется по тебе. А он имеет преимущество, потому что ты парализован. Это попадание, так что... О, на нуле хитов. Твоя леди такая: «О, ты вернулся!» Попался! Как только ты очнулся, ты чувствуешь сильную боль в боку, как будто Йети просто вырвал из тебя кусок. Это все, что потребовалось. И от боли ты снова теряешь сознание. А, сухи ты! А, да, так тому и быть. Ты действительно новый Боб. Фантастика. Это было похоже на... Я вернулся! А, еще нет? Да, здорово. Я снова вырубаюсь. Боб. Йоу. Твой ход. Ты вне досягаемости, вне досягаемости. Но и летать не могу, потому что теперь все слишком ярко, да? Да, тут теперь все охвачено пламенем. Я Бэтмен, но я не могу летать. Я Бэтмен на земле. Я ходячая летучая мышь. Так, зельями лечения. Темнота. Ты не слишком далеко от тусклого света, скажем, пару шагов в ту сторону, и ты окажешься в тусклом свете. Да, точно. Так что я мог бы сделать шаг и потом улететь, потому что мое движение ограничено. Потому что я в снегу. Хорошо. Зелья, они занимают действие, или это бонусное действие? По моим правилам так. Если ты хочешь бросить на лечение, это бонусное действие. Если ты хочешь быстро выпить, вероятно, не получив при этом полное лечение. Но если ты потратишь все свое действие на то, чтобы выпить его, то получишь максимум. Окей, хорошо. Боб, ты будешь делать что-нибудь? Дай мне время, хорошо? Окей?
Окей. Грег, ты следующий, так что... Окей. Тебе нужно что-то сделать, потому что я буду делать кое-что с этим парнем. Да-да, я не собираюсь тут тусоваться. Этому точно не бывать. Я думаю, я в порядке. Да, вообще, я думаю. Я посмотрю, что он сделает. Ты попытаешься его образумить? Да. Он может быть хорошим. Простите, простите. Простите, гигантские йетти. Я думаю, мы не той ноги встали. Так где же я в любом случае? Так, неважно, кольцо, я делаю один-два шага в эту сторону, и потом... Я Бэтмен! Да! Итак, 10 футов по снегу, чтобы попасть на 5 футов в тусклый свет. Ты такой, думаю, сработает. Да, я Бэтмен. Я Бэтмен. Ты взлетаешь на своих крыльях летучей мыши, куда ты летишь? Значит, на крыльях Бэтмена я летаю 40 футов, это не связано с моей обычной скоростью. Ты использовал 10 футов из своих 30, так что использовал треть своей скорости. Теперь у тебя осталось 2 трети, так что из 40 футов у тебя примерно... Ну, неважно. Да, невозможно, это невозможная математика. У тебя где-то... 50. Да, допустим, 50 футов. У тебя 25 футов примерно. Хорошо, конечно. Значит, я беру 25 футов, 5, 10, 15, 20, 25, добираюсь сюда. Если ты просто останешься в воздухе, это будет вне зоны досягаемости. Да, я просто останусь в воздухе. Так просто оставайся там. Я Бэтмен. У тебя все еще есть действие и все остальное. Да, у тебя все еще есть действие и бонус. Да, но что я могу? Я как бы ничего не могу сделать. Можешь ли ты сделать что-нибудь, что не требует твоих рук? Да, он может сказать, я Бэтмен. Да, он может сказать, ребят. Я Бэтмен. Барадун! Думаешь, ты всраться какой крутой? Но ты же не умеешь летать, да? А я могу. Знаешь почему? Потому что я Бэтмен. Да. Мне не нужно уметь летать. Я в округе самый-самый-самый плохиш из колдунов. Ты используешь свои действия для насмешки? В небе летает летучая мышь, с ее спины хлещет кровь. Так больно жить. Я должен тебе сказать, что бонусное действие, чтобы бросать. Действие, чтобы получить полное лечение. Но чтобы вылечить кого-то без сознания, нужно действие. Но он будет бросать. Окей, чудно. А, да, может. Но я не могу сделать это в полете, верно? Нет. Окей, чудно. Ты мог бы выпить зелье, ты мог бы принять зелье, а потом использовать движение. Да, да, я мог бы это сделать. Ты мог бы это сделать, ты бы хотел изменить ход таким образом? Да, 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 я бы хотел. Итак, я никогда не использовал зелье раньше, ребята, ну уже, чё вы! Перед тем, как отправиться в путь, ты собираешься использовать зелье. Какое ты собираешься использовать? И ты собираешься использовать его как действие, чтобы получить максимум? Это даст тебе 28. А, да, я могу использовать его по максимуму, потом использовать движение. Да, я так и сделаю. Так что да, я использую... Высшее зелье. Восстановит до максимума. Так, а что это значит? 4 до 4, это что? Это 16? 16 плюс 4, 20. Да, хорошо, я сделаю это. Я использую высшее зелье лечения. Хорошо, ты видишь этого парня, надвигающегося на тебя. Он только что высосал кучу тепла из твоего тела. Ты видел, как улыбака падает, поднимается, потом тоже снова падает. Я сваливаю! Ты такой, о боже, выхватываешь штучку, хватаешь оттуда... Это второе? Да, выше. Все это происходит в то время, пока Йети над тобой. Когда ты пьешь его, ты чувствуешь легкий вкус ванили. Я его не пью, я его ем. Да, конечно, ешь ты такой. Я такой, а, зелье? О, мой! О, боже. Хотел бы я, чтобы был более простой способ сделать это, но его нет. Есть самый простой способ, ты издеваешься? Мой рот весь в крови. Да, сначала ты получаешь 4 очка урона. Итак, ты пьешь зелье лечения, а потом уже уходишь. Да. По снегу, топ-топ-топ, а потом... Я Бэтмен. Мы Бэтмен. Грег, твой ход. Хорошо, я думаю... Грег кричит, Поппи! Ты исправь эту ситуацию, пожалуйста! И мы заставим Поппи идти вперед, чтобы она могла попасть в большую мамочку. 20, вот так, бум, прямо перед мерзким Йети. Можно я просто поставлю стену, чтобы он не мог... Огнемет может не прекращать работать? Нет. Черт возьми! Это бонусное действие. Поппи стреляет вечно. Поппи стреляет из старины огнемета. Бросая урон, я за него брошу спас-бросок ловкости. Эй, чистые 20 на спас-броске, так что он получит половину урона. Но из-за урона огнем он такой, а, получит 2 D8, так что... Нет, где мои D8? Из-за конуса небольшая часть этого также загорается. 3. 9.
9, хорошо, 9 очков урона. Простите, что это? Он поджег больше кустов. Точно, точно. Круто, он, похоже, боится. И постарается убраться подальше от этого куста. Теперь ты, для Поппи было бонусное действие, у тебя есть действие. Я собираюсь опробовать палочку волшебных стрел, которую я нашел. Да, здорово. У Яриса. Итак, ты можешь потратить любое количество зарядов у палочки, вроде 7 зарядов. Ты можешь заряжать, если потратишь один заряд, будет волшебная стрела первого уровня. Если потратить все 7, то заклинание будет 7 уровня. Это она одноразовая или это так? Нет, она перезаряжается каждый день, но если он использует последний заряд в палочке, есть шанс 1 к 20, что палочка просто рассыпется в пыль. Как? Мы паникуем по поводу этого парня, верно? Наверное. Я нанес много урона, и это не особо повлияло на него. Да, я не знаю, что лучше, атаковать этих двух чуваков или большого парня. Но дело в том, что магической стрелой он может выбирать цели. Волшебная стрела — это очень весело. Я создам 5 стрел, одну по одной на каждого из этих парней, остальные на большого парня. Хорошо, я использую 5 из них, я выпущу 1-1-3. Вот мои 3, один твой, и я украду твой. 2 заряда оставлю. Хочешь пустить 6? Вообще, нужно еще 2. Еще 2 D4. Может, по 2 на малыша? Думаешь? Я думаю, их немного больше здоровья, особенно если ты бросишь один. А почему? Некоторые из них получили урон, верно? Не думаю, что кто-то из этих двоих получил. Этот получил. Он получил немного урона от последнего огнемета Поппи, а этот нет. Хорошо, давайте используем 6. Из моих 6. Улыбака, D4, пожалуйста, можно взять? Я сделаю именно так. Я сделаю 1, 2, 4, 3. 1, 2 и остальные. Так, у меня 2, 4, 6, 8. Да, пусть мой зеленый в этого, 2 других в этого, остальные в него. Круто. Мой зеленый 4, 5 урона этому парню, он взорвался. Смотрите, сколько четверок. 1, 2, 3, 4, 5 четверок. Другой еще 4, еще 2, так что 6, 7, 8. Так что этот парень взорвался. Хорошая работа, хорошая. А теперь сколько нанесли остальные? Я выхожу как Волан-де-Морт просто. Много четверок. Он бросил слишком много? 12? Нет, он потратил 6 слотов, а это 8 кубиков. Хотя теперь мне его заряжать некоторое время придется, так что... 12, 15, 17, плюс 5. Уф, здорово. Волшебные стрелы, да? Волшебные стрелы, ребята! Просто надежное заклинание. Я спасибо, что сделал это, потому что именно это я и собирался сделать свой ход. Я собирался применить волшебные стрелы на 3 уровне, просто... Абсолютная власть! И волшебные стрелы не требуют броска попадания. Она просто бьет. Такое ощущение, как будто этот предмет оказался среди добычи в доме Яриса специально для того, кто очень плохо бросает. Да, представь, если бы мы играли с одним из этих парней. Вот неудачник. У тебя осталось движение. Мне хорошо и там, где я сейчас. Ты просто останешься у пещеры. Мне очень хорошо там, где я сейчас. Боджер! Так. Начну я с того, что... Двигаюсь. Двигаешься? Куда ты собираешься двигаться? К большому парню. К большому парню. В моих снегоступах, которые мы... А, да, у тебя снегоступы. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Тогда вот так. Так что ты даже не утонешь в снегу? Можно... Ты не можешь двигаться дальше, чем на 30? О, да, спасибо. Варвары могут двигаться дальше, чем на 30. Так что ты добираешься до него. Вовремя вспомнил. Вся ярость! Вся ярость! Бешенство тоже! Вся суть в ярости. Да, бешенство. Ладно, к черту, безрассудство. Бешенство, безрассудная атака. Давай просто сделаем это. Давай нахуй все. Просто все. Так, мне пора впасть в ярость. Деревья, трава, реки и все живое в природе. Дайте мне свою боевую ярость! У него лопнул маленький кровеносный сосуд. Сразу поставлю статус усталости, чтобы помнить, что после окончания ярости ты устанешь. Атакуй. Так, у тебя 3? У тебя 2 атаки. У тебя 2 твоих обычных атаки. Это попадание? И атака бонусом тоже есть, но ты ее использовал, чтобы впасть в бешенство. Итак, 11 или из-за... Из-за безрассудства, да. Или 18? 18 чем-то попадает, бросая на урон ярости своим новым волшебным топором. О, он использует новый блестящий топор. Итак, D12. D12, это... Да, это он. Плюс 1, давай! 11. Плюс. Впереди на странице урона, продолжай. Оружие. Вон то. Ты в ярости, это...
Проклятая? Да. Так что, плюс 6. Вот так, 17 очков урона первой атакой. Итак, у меня есть три... Блин, мне становится страшно от того, насколько сильна моя команда. Ну, ты нанес много урона. Твоя сила в этом. Ты техник, ты поддержка. А я Бэтмен. А я Хакермен. Я Хакермен. Вторая атака. Ты печатаешь на трех клавиатурах одновременно. С безрассудством... 8 или... Или... Или 13. 13 плюс модификатор, наверное, выпадает. Какой у тебя модификатор? Просто на той же... Плюс 7. Это страница твоего оружия, плюс 7. Так что 20 точно попадает. Отлично. Так будем бить и валить этого плохого парня. Звук костей. Один. Плюс 6, или сколько там? Да, плюс 6, все равно 7 очков урона. И после этого он начинает истекать кровью. Ну, хорошо. Начинает? Мы сделали много. Ну, большой мальчик, большой. Ярость, движение, две атаки. Это все, что ты мог сделать, Боджер, молодец. Барадун, твой ход. Я встаю и говорю, пошел нахуй, Боб. Это начало плана. Я Бэтмен. Это весь твой ход? Это мое основное действие, потратить 6 секунд на... Мне плевать! На пацан нахуй, Боб, это я Бэтмен! Нет, вместо этого я использую земляную хватку Максимилиана. Сначала я брошу свой второй уровень, это не 2, а потом, ну, он должен бросить, это спасбросок силы. Сила, уверен, у него сила не очень. Я знаю, поэтому я не сделал это первый раз, но сейчас я хочу его остановить. Это 21. Ой. Так что, где бы ты хотел? Рука его щекочет. Вот здесь, да. Потому что я совершил одну ошибку. Когда ты кастовал это против скальных котов, вместо того, чтобы появиться на месте цели, нужно выбрать место рядом с ней, и потом она схватит кого-нибудь соседнего. Я думаю, он все равно получает урон. Да, только половину. Я не вижу... А, две шестерки, так. Три и... Шесть. Круто, значит, он получает половину от 9, округлим... Круто. А потом я ускоряюсь, так что эта его штука с недостатком из-за огня длится только один ход? Да, только до конца следующего хода. Я снова ускоряюсь и бью его огненной стрелой. Видя, как он боится огня, ты такой, давай удвоим. Что такое? Что такое, Боб? Это... А, огненная стрела. Ладно, извини. Ты такой, да он же взорвет Боба и Боджера. Мне выпало 9, и я полагаю, что этого недостаточно, так что я использую приливы хаоса. Для начала, какой у тебя модификатор на 9? 9 для моей огненной стрелы, атака заклинания плюс 6. Да, так что это будет 15. Хочешь добавить к этому больше или нет? Решать тебе. Ты еще не знаешь, попадать ли 15. Да, я не знаю. Я предполагаю, что нет, так что я использую прилив хаоса. Прилив хаоса дает тебе преимущество при броске. 7. Так что 9. 9, значит, у нас 15. 15 — это именно столько, сколько нужно. Стрела вонзается прямо ему в плечо, поджигает его. Сколько урона? 1d10, 3. 3 очка урона, хорошо. Начинаем использовать все кубики. А еще все мои механические штуки. Не похоже, что ему нравится ситуация, в которой он сейчас находится. Теперь его очередь. Он получил урон от огня, так что атакует с помехой. Атакой он попытается атаковать тебя. Ты атаковал безрассудно, так что у него преимущество. А, да, точно, безрассудство. Это будет... 72 хп. У тебя много хитов. С помехой? Да-да, я бросил с помехой. Прости, я пытался помочь. Но у него есть преимущество из-за безрассудства, так что вроде как. А, да, хорошо, вспомнил, я должен был... А, да, погоди, выходит так, что помеха плюс преимущество, получается нормальный бросок. Но у него было... А, у него от тебя преимущество, да-да-да. Это будет 25 на попадание. Я думаю, попадет. Это будет... Мне нужно... Мне нужно... Это 14 очков рубящего урона и еще... Прости, 14 уменьшилось вдвое, так что 7 очков рубящего урона, а затем 7 урона холодом. Чувак, у тебя 72 хита? Ёбаный насос. Суммарно 14 урона и... 14 урона? Вычти их, и мне нужен от тебя спас-бросок мудрости. 14 урона. Готово. Неважно, 50 осталось. Мне все равно. Неважно, давай дальше. Спас-бросок мудрости.
11, плюс, возможно, ничего. Ничего, так что 11. Пока этот парень рвет тебя костями, ты чувствуешь урон от холода. Ты как бы срезаешь половину колюща режущего урона. Он просто напрягает свои мышцы такой. Но что-то, ты как будто бы уже в бешенстве, но есть что-то еще. Как будто бы еще более глубокий уровень гнева, который ты каким-то образом погружаешься от причиненной боли. Ты становишься берсерком. Что секира делает с тобой? Что? Мне нравится представлять, что ты просто сидишь и думаешь, что там происходит? Я просто воспринимаю все это. Я такой... Итак, он ударил тебя один раз, он попытался ударить тебя снова своей мультиатакой, он промахивается во второй раз, он понимает, что находится в проигрышной ситуации, вокруг много огня, все его дети погибли, так что он повернется и убежит. Поскольку он покидает область поражения, ты получаешь провоцированную атаку. Это ведь не целый ход. Нет, это просто атака при реакции. Просто возьми и ударь его. А что? Что я могу? Я могу без... Атаковать безрассудно нельзя, это только свой ход. 17. 17 чем-то попадает, ты все еще получаешь урон от ярости и все остальное, так что 12 плюс 6. 10 плюс 6. 16 урона. Когда он убегает, опускает его до этого, он все еще на ногах. Ну что такое? Я тоже тебя люблю. А, да, атаковать язык, хорошо. Отрезаешь огромный кусок от его бедра, и он начинает убегать, и ты просто... Ты просто в ярости, и тебе правда нужно убивать. Это его ход. Так бы... Произошла какая-то фигня с берсерком? Это все, что мы знаем на данный момент? Узнаем. Улыбака. Всем держаться подальше от Боджера. Начало вашего хода. У тебя 0 хитов. Так что спас бросок от смерти, пожалуйста. Я предлагаю снова бросить 20. Да, погодите, Тиат. В прошлый ход я получил 14 урона, или... Ты получил 14. Это была половина, уменьшил двое, ты получил 7. Ладно, посмотрим, вызову ли я. Ты должен сделать это 3 раза. 2. Это первый провальный спас-бросок от смерти. Теперь плохиши 1. Они все мертвы. Боб, твой ход. Ты в воздухе и видишь, как он разворачивается, убегает. Чуть ли не на кулаках бежит. Ну, во-первых, я Бэтмен. Я думаю... Просто пролети над ним и нагать ему на голову. Гуано. Он не голый. Он должен как бы... Разве он не летучая мышь? Не-не-не-не-не. Я могу использовать плащ, чтобы летать, но я также могу просто превратиться в летучую мышь. Как он, по-твоему, с тобой разговаривал все это время? Я думал, он просто... Вот такими звуками. Да, классический звук летучей мыши. Ладно, я думаю, он начинает убегать. Мы могли бы просто... Я думаю, я просто полечу... Я не думаю, что у него так много хитов. Если ты приземлишься и выстрелишь в него чем-нибудь, ты сможешь его завалить. Думаю, сможешь. Просто целься ему в голову. Ну, мы можем просто позволить ему уйти. Приземлись на него? Да, честно говоря, я думал об этом. Сколько у тебя хитов? Ты можешь попробовать. Это было бы очень круто попробовать. Удалось ли вам сделать механику взрыва чего-то? Это просто вспышка? Не-не-не, это кровавая баня Боба. А, так это на самом деле... Это исцеляет меня. Есть ли раны размером с эльфов, в которые ты можешь попытаться пробраться? Не делай этого. Да, не думаю, что буду. Я думаю... Потому что скоро моя очередь. Ну же, что ты делаешь? Я думаю, я просто лечу сюда, примерно вот туда. 30 футов, 40 футов, вот так. Да, я просто остаюсь там, наблюдая за ним. Так что я вроде как готов опуститься и атаковать, если понадобится. Но я в воздухе и в безопасности, и я просто наблюдаю за ним. Потому что он начинает убегать. Я думаю, что он просто убежит. Грег? Я не так уж и много, я просто... Бра... У тебя союзник умирает. Просто вспоминаю, напоминаю, ты единственный целитель группы в сознании. Ах ты, сукин. Я собирался сказать, прежде всего я хотел сказать. Эй, Бородун, вот что я собираюсь сделать. Я пойду и исцелю нашего союзника. Вот что он хотел сказать. Я говорю, хорошая работа, и все еще лежу на камне и такой. Ты просто охраняй пещеру, а я пойду попробую вылечить нашего союзника. Я заметил, что много раз так было. Когда я был тяжело ранен, мы все такие, ну, с этим покончено, ладно, идем дальше. Что же мне делать, Что же делать мне? Ты можешь вылечить своего друга.
Потому что он лежит и парализован, а ты единственный целитель. О! Нет, ну, все верно, я целитель. Я целитель, я помню это. Хорошо, я буду лечить. Я буду лечить. Хорошо, я использую одну свою целительную штучку, так что я иду к Улыбаке. 5, 10, 15, 20, да, ты дойдешь до Улыбаки. Существо, которого вы коснулись, восстанавливает количество хитов, равное 1d8. Так что один, наверное. Он должен напомнить себе, как работает лечение ран, потому что... Модификатор вашей характеристики для заклинаний. Заклинание действует на нежители. Ладно, я попробую. Ага, вот оно. Сказал же. Потому что это лечение ран. Вот почему я никогда не использую его. Это... Он берет волшебное ведро, которое по мере того, как ты идешь по снегу, заполняется, бултыхается. Он буквально лежит на земле, без сознания, не двигаясь. Ты мог бы просто медленно вылить ведро ему на лицо. Но что ты делаешь? Я... Жидкость заморожена в кубике льда, и он опускает этот кубик ему на голову. Я пытаюсь вылить на него отсюда, потому что я такой... Бородун, зацени! У него выходит как видео, где люди бросают кипяток, он мгновенно застывает. Он делает так, и на вас падает просто легкий снег. Дерьмо! И это лечит тебя, кажется, на 3 или 4. Какой у тебя модификатор интеллекта? Интеллект равен 3, значит 4. Да, значит, ты исцеляешь 4 хита. Держись, детка. Спасибо, детка. Ты все еще на земле? Эй, бороду, смотри. А, забудь об этом. Погоди, он не встал и не ожил, он все еще... Он в сознании, но лежит на земле. Все хорошо. Это был Грег Боджер, твой ход. Я рублю, я Боджер. Я Боджер, я рублю. Можешь бонусом управлять Поппи, если хочешь погоню. Я могу преследовать и стрелять? Да. Да, давай сделаем это, конечно. Поппи догоняет и стреляет, просто чтобы... Поппи просто... Это ужасающая мысль, на самом деле. Проваливает спас бросок на ловкость, так что получает полный урон. Хорошо, значит, 2d8, 5 и 8. Круто. Круто, круто, круто. За ним бежит маниакальная овца. Беги за ним. Давайте прикончим его. Ты в ярости, тебе нужно убить эту тварь. 17 или попадает, так что... Но на всякий случай сделай 20 для крита. Да. Не, 3. 7 плюс 6. 13, еще атака. Опять то же самое. 4 или 8 плюс 7. Это будет удар? 15, едва попадает. И 10. Нет, просто 16. Потрясающе. Для краткости, он не мертв. Но он достаточно близко, и он бежит так, что... Как бы ты хотел его убить? Я прорежу в нем дырочку. Перематываем вперед на один раунд, когда ты уже сделал это. Эй, Боб! Я Бэтмен. Боб! Настал твой звездный час! Забирайся, малой! Ты лезешь внутрь. Боб влетает! Я такой... Знаешь, в каком это Бэтмене? Вроде бы в том, где Джокер. Он лезет в окно, и как раз перед тем, как вылезти в окно... Да, точно, ага. Йети взрывается, оставляя после себя кровь повсюду и кровавого Боба. Где ты, кровавый Боб? Ты был где-то тут. А, вот он. Он там? Вот так. Да. Взорви его, да! Взрывом разбрасывает куски. Я Бэтмен! Мы теперь вне боя? Нет, еще нет, потому что ты все еще берсерк. Ты оглядываешься вокруг, чтобы найти, чтобы убить. Ёбаный карась! Но я вылечился! Я использовал кровавую баню Боба! Используй свою реакцию, чтобы использовать кровавую баню Боба. Так это секира! То есть, я уже получал бонусы от топора? Пятикратное значение опасности? Да, ты получаешь больше бонусов, но теперь... Хиты, равные пятикратному показателю опасности. Да. Да какая опасность этого существа? А, у него, прости, его ПО. Я его немного уменьшил, так что его ПО был бы эквивалентен примерно 7. Так что возвращаем 35 хитов. 35? Блять, это почти все. Что тебе понадобится? Потому что... Бля!
Каждый раз, когда враждебное существо наносит вам урон, пока этот топор находится в вашем владении, вы должны преуспеть в броске на спасение мудрости или стать берсерком. Будучи берсерком, вы должны использовать свое действие каждый раунд, чтобы атаковать секиры, ближайшее к вам существо. Если вы можете делать дополнительные атаки в качестве действия, вы должны использовать эти дополнительные атаки, передвигаясь к следующему ближайшему существу после того, как вы поразили текущую цель. С ума сойти, насколько Поппи близко к нему, да? Если это может помочь. Что ты делаешь? С ума сойти. Ты что, с ума сошла? Поппи, успокойся, что ты делаешь? Поппи, теперь Поппи тут. Сумасшедшая Поппи. Если у вас несколько возможных целей, вы атакуете одну наугад, так что... Но технически ты сейчас внутри Йети. Нет, ты только что взорвал Йети. Но технически я все еще внутри него. Боджер. Так, погоди. Я так раздражен, что потратил всю прошлую игру, не имея возможности контролировать то, что я делаю. А теперь происходит эта херня. А значит, ты раздражен. Потому что ты вляпался в проклятую секиру. Давай объясню, почему. Вы вошли в самый вход на первом этаже очень параноидального волшебника и взяли одну из его вещей, оставленных на витрине. Волшебник оставил их на всеобщее обозрение. Он специально оставил эту проклятую секиру, чтобы любой, кто возьмет ее и скажет: «Эй, да я только что украл эту вещь у волшебника!» А затем убил бы всех своих друзей. Это был очень продуманный план. Как долго я буду оставаться берсерком? Ты узнаешь. Пока всех не убьешь. Делай так. Хотя нет, сначала просто бросай кубики. На нечетном количестве пойдешь за ним, на четном за Поппи. Я все еще в бешенстве. Да, бешенство. Мы уже знаем, что это будет Боб. Даже бросать не надо. А, так это чтобы определить? Бросьте нечетное число, чтобы увидеть, за кем ты, ну. Брось нечетное, пожалуйста. Нет, четное. Четное, бля. Значит, четное, Поппи. Нечетное число, четное число. 9 нечетное число. Делай 3 атаки под бешенством. 3 атаки под бешенством по Бобу, пока он... Пока Боб... Прости. Я не хочу быть таким. Захлопнись-ки меня, Боджер. Слышать этого не хочу. Я хочу контролировать свой разум. Спокойно, малыш. Полегче, малыш. Полегче. Перевел Феликс, озвучено, как всегда, в странном местечке. Ребята, это видео вышло, как всегда, благодаря вот этим вот замечательнейшим людям, которые спонсируют выход переводов и озвучек D&D, Epic NPC Man, D&D, Epic NPC Man. Я уже не знаю просто, что говорить, я... Почти скоро будет 50-я серия, и я 50 раз... Пытаюсь вас как-то по-разному отблагодарить, но, судя по всему, я уже не знаю, как это сделать. Спасибо вам огромное, ребята, за поддержку. Бустеры, любимые наши, спасибо вам огромное за то, что вы спонсируете эти ролики. Ну, а если вы смотрите этот видео на YouTube, смотрите этот озвучка, то можете... посмотреть оставшиеся серии, следующие, в смысле, серии, не дожидаясь выхода на Ютубе. То есть можете сразу залпом серии 12-15 посмотреть по ссылке в закрепленном комментарии. Это наш Бусти. Всего за 100 рублей вы можете просто обмазаться ДНД-хай. Всех люблю, целую. С вами был, как всегда, Ивашка про Натурал. До новых встреч. Hi guys, if you enjoyed that, don't forget to check out our other episodes over there.